Наши решения – форма самоопределения. Они обогащают жизнь, придают смысл словам и мечтам. Благодаря им мы такие, какими хотим стать. Огромное влияние на нас оказало решение участвовать в театральных постановках Лидии Васильевны и Якова Владимировича. Им посвящен наш следующий номер. Памятник Пушкин был не памятник Пушкину, родительный падеж, а просто памятник Пушкину. В одно слово, с одинаково непонятными и порознь несуществующими понятиями памятника и Пушкина. Памятник Пушкина был цель и предел прогулки от памятника Пушкина до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега. Кто скорее добежит до памятника Пушкина? Только осинонянька иногда по простоте сокращала, а у Пушкина посидел, чем неизменно вызывала мою педантическую поправку. Не у Пушкина, а у памятника Пушкина. Чудная мысль. Наклоном головы, выступом ноги, снятый с головы и заведенной за спину шляпой поклон, дать Москве под ногами поэта море. И бабушки не над песчаным бульваром стоит, а над черным морем. Над морем свободной стихии, Пушкин свободной стихии. Море, гляжу во все глаза, я вся соленая, и башмаки соленые, море голубое и соленое. И внезапно, повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале: прощай, свободная стихия. Стихи длинные, начала я высоко, сколько руки достала, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой такой же гладкой рядом нет. И все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки, и последний уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать. Но я должна дописать до волны, все дописать до волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться. Александр Сергеевич Пушкин. И все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как тот гранит. К морю было, к морю любовь к нему Пушкина, любовь моря к Пушкину. Море друг, море зовущий и ждущий, море взаимно. И еще, Пушкинское море было море прощания. Так с морями и людьми не встречаются, так прощаются. От того ли, что я маленьким ребенком столько раз своей рукой писала, прощая свободные стихии, или без всякого от того, я все вещи в своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь, а на смерть. Безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась прозрением. Стихия оказалось стихами, а не морем. Стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются никогда. Лидия Васильевна и Яков Владимирович, я надеюсь, вы нас будете слышать. Одним из ярчайших событий в нашей школьной жизни были ваши постановки. Они были для нас как море для Пушкина, свободной стихии. Мы творили, искали себя, находили, меняли себя, пробовали свои силы. Все мы научились многому. И в то же время каждый из нас научился чему-то своему. Вот, например, послушайте. Владей собой среди толпы сметенной, тебя, клянущий за смятенье всех, верь сам в себя, наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех.
Пусть час не пробил, жди не уставай. Пусть скуд лжецы, не снисходи до них. Умей прощать и не кажись прощая. Великодушней и мудрей других. Умей мечтать, не став рабом мечтаний, и мыслить мысли не обожествив. Равно встречай успех и поругание, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит путь, чтобы уловлять глупцов. Когда вся жизнь разрушена, и снова ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом. Все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не сожалеть о том. Умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит: иди. Останься прост, беседуя с царями. Будь честен, говоря с толпой. Будь прям и тверд с врагами и друзьями. Пусть все в свой час считаются с тобой. Наполни смысл каждое мгновение, часов и дней неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь как владение. Тогда, мой друг, ты будешь человеком.